День фізкультури та спорту відзначають в Одесі. На честь свята біля облдержадміністрації виступили найкращі спортсмени, чемпіони світу та Європи. Спортсменів, які отримали перемогу на різних міжнародних та всеукраїнських змаганнях, нагородили медалями та почесними відзнаками. Медаль за перше місце в чемпіонаті Європи виповнив мастера спорту міжнародного класу. Я йшов к этому успіху 6 лет, как бы, и я его добился, и думаю, на этом не буду останавливаться, будем идти дальше. Мир, Олимпийские игры и так далее. Изначально карате это было просто как хобби, и когда я была маленькая, я ходила, и я никогда не думала, что я буду профессиональным спортсменом. А сейчас это уже просто часть меня, это стиль моей жизни, и 90% своего времени я уделяю именно этому.